Улицу Торфяную в Кирове отремонтируют. Объявлен аукцион на выполнение ремонта дороги в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Торги по выбору подрядной организации стартовали 28 февраля. Согласно проекту, на Торфяной сделают асфальтированную двухполосную дорогу длиной 650 и шириной 7 метров. Кроме того, по обе стороны проезжей части обустроят тротуары. По условиям проекта, все работы подрядчик должен завершить до 15 октября 2020 года.